25 февраля. Сегодня в 16 часов 34 минуты по местному времени начнется частное затмение Солнца, видимое на территории Сибири. Солнечные затмения – закономерное явление природы, которое ученые предсказывают с большой точностью на тысячелетия вперед. В Барнауле особенно оживленно у планетария. Несколько сот темных стекол выдали работники планетария, желающим посмотреть затмение. День Луны начала надвигаться на солнечный диск. Астрономическая площадка в Новосибирске. Наблюдения ведут научные работники кафедр физики и астрономии институтов города. Результаты наблюдений дают ученым новые материалы о начале и конце затмения, о температуре, влажности воздуха и барометрическом давлении. Солнечное затмение длилось 2 часа 4 минуты. Огромные размеры территории нашей Родины позволяют советским ученым часто наблюдать это явление природы, представляющее большой научный интерес.